бьет сначала Вера, а потом бьет Лилисичу. Анастасия Колгина отвечает за атмосферу в сборной Курской области. Чтобы добиться позитивного результата, партнеров по команде нужно вовремя и похвалить, и пожурить. Самое главное – не перегнуть палку. Главная задача – мотивировать их, потому что расстраиваются, психуют, мяч улетает, они перестают играть вообще. Так как поле большое, мне приходится кричать, и некоторые принимают это не за замечание, а как бы я на них кричу, я на них ругаюсь, и они обижаются. Вот, они вообще могут перестать играть, поэтому как-то стараюсь не кричать вообще. Соревнования объединили почти 200 спортсменов из 10 регионов. Кирилл Сурига прибыл на турнир в составе сборной Московской области. Парень уверен, что успех «Лапте» обеспечивает целое стечение обстоятельств. Ну, я думаю, скорость, командная игра тоже. То есть надо понимать друг друга. Играть также на голос. То есть это все учитывается. Ну и, там, не знаю, руки, чтобы росли с того места, чтобы кидать там хорошо, точно попадать. Русская «Лапта» – чрезвычайно динамичная игра. На поле спортсмены должны принимать верные решения за доли секунды. Основные требования – меткость, ловкость и быстрота. Некоторые юниоры выбегают сотку из 11 секунд, не говоря уже о мужчинах. Мяч максимально пробитый снизу вверх, при технике снизу вверх, держится до 7 секунд, что позволяет игроку преодолевать 55-метровое расстояние безукоризненно, без опасения, что он может быть осаленным. Частота сердечных сокращений тоже уходит за 150 ударов и более. Этот турнир проходит в области уже четвертый раз. Он продлится несколько дней. Финальные игры состоятся 19 октября. Станислав Костиков, Антон Латышев, телеканал «7».